как Сергей Рыжиков говорит, Костя, зажгешь? Я говорю, да, зажгу, судьба такая. Мы с вами сегодня говорим о налогах и не только. И меня уже в перерыве спрашивали, будет что-нибудь интересное, будет что-нибудь стоящее. Да, у нас, все знаете, Дума закончила свое шестой созыв. Да, в один из последних дней за один час она одобрила сразу 150 законов, которые посчитать с экрана не получилось у меня. И в этих 150 законах большинство касается, ну, многое часть касается нас. Ну вот об этом поговорим. Давайте поговорим сначала про... Да, вопросы. Если у вас есть вопросы, задавайте их через приложение BitrixConf. По налогам и учету сначала этот раздел. Самый популярный раздел. И перед тем, как начать по нему разговор, хочу спросить, кто из вас, сидящих здесь, использует упрощенную систему налогообложения? Вот если не сказать все, то почти все. У меня для вас радостная новость. Для меня это нетипично приносить радостные новости, но мне это нравится. Радостная новость в этих цифрах, которые на экране. С 2017 года. Если кто знает, сегодня лимит доходов на упрощенке ограничивается примерно 79 миллионов рублей в год. Со следующего года Госдума подняла лимит до 120 миллионов рублей. Можно теперь, подбираясь к этому порогу, к 79 миллионам, не переживать за то, что вы слетите с упрощенки. Лимит подняли до 120 миллионов рублей. Этот лимит подняли с 2017 года, то есть в этом году он еще не применяется. Поэтому в этом году имейте совесть, не переборщите. Но вариантов, как это сделать, наверняка у вас у самих есть множество. Ну и один из самых обычных вариантов – это задержать платежи от клиента. Может быть, денег хочется получить побыстрее, но вы тогда можете слететь с упрощенки. Если правильно читать упрощенную систему, то доход считается в тот момент, когда он поступил на расчетный счет либо в кассу. Поэтому если вы делаете отсрочку платежа от клиента на январь месяц, то у вас это не попадает в доход текущего года. Иногда бывает, что вы получили в последние дни года неожиданный для вас платеж, который вы не хотели получить, и это может рисковать, это может быть риском для вашей упрощенки. Здесь тоже есть варианты. Вы можете отправить этот платеж обратно, как необоснованный, либо еще как-то. То есть договаривайтесь с клиентом, я думаю, они пойдут навстречу, если у вас такая проблема вдруг возникла. Но с 2017 года мы на этот лимит переходим. За год мы должны заработать не больше 120 миллионов, чтобы остаться на упрощенке. При этом новое предприятие, собирающееся попасть на упрощенку, либо предприятие работающее, оно должно заработать за 9 месяцев календарного года не больше 90 миллионов рублей. Сейчас это 45. То есть тоже подняли в два раза. Однако здесь есть одна тонкость. Обратите внимание вот на что. Если вы сейчас еще не работаете на упрощенке и хотели бы со следующего года перейти на упрощенку, ну, зная, что там 120, вы в нее уложитесь, имейте в виду, что 9 месяцев, которые 90 миллионов рублей, это в этом году не применяется. К сожалению, закон написан так, что он целиком вступает в силу с 1 января следующего года. Поэтому, когда вы будете пытаться переходить на упрощенку с 2017 года, посчитав выручку 9 месяцев этого года, 90 миллионов, вы не должны ориентироваться на них. Действует старая норма – 45 миллионов. Ну и последняя новость – это то, что стоимость основных средств можно повышать теперь до 150 миллионов рублей. Она была раньше лимитирована 100 миллионами. Но для айтишников это, как правило, незначительные суммы, поэтому этот критерий никогда, как правило, никому не мешал. Еще раз повторюсь, это у нас 2017 года. Пока внизу у меня написан номер законопроекта, потому что он еще проходит только через Совет Федерации, но вероятность того, что его не примут, ее нет. Дальше мы с вами поговорим про так называемый налог на Google. Наверняка все слышали эту историю. На самом деле история тяжкая, история сложная.
Потому что, поучаствовав в обсуждениях этого вопроса и на площадках Государственной Думы, и Минкомсвязи, и Министерства финансов, я с коллегами выслушал мнения с разных сторон, и поэтому сразу скажу, что вопрос сложный. С одной стороны, мы не должны зарубить нашу отечественную разработку, вводя НДС на софт. С другой стороны, в последнее время отделить сам софт от контента, от видео, от книг, журналов и подписки, распространяемой через интернет, становится практически сложно и практически невозможно. Именно этим обеспокоены налоговики, что предложение не облагать софт НДСом, но при этом облагать то, что предоставляют через площадки контент, видео, фильмы и так далее, разделить технически это сегодня невозможно. Это единственная обеспокоенность налоговой службы. Они ее высказали, и законопроект, либо он порубил бы все вообще айтишные компании в стране, ну, кроме тех, кто работает на упрощенке, да, кроме вас, вот, либо пришлось бы столкнуться с проблемой разделения, что это софт, не софт-услуга, не услуга, а это вопрос в нынешнее время практически неоднозначный. В итоге, закон приняли в том виде, в котором его смогли доработать, а именно льготу для софта не отменили. Поэтому льгота по 149 статье НДСной для софта осталась. Но при этом ввели самостоятельное понятие, которое называется теперь «услуги в электронной форме». Введена специальная статья 174.2, и в этой статье определено, что к услугам в электронной форме относятся предоставление прав на электронный контент, книги, аудио, видео, услуги по размещению и поддержанию присутствия компании в интернете, это содержание сайтов, обслуживание, хостинг, предоставление вычислительных мощностей различных, это тоже будет считаться электронной услугой, плюс предоставление прав на программы и базы данных через интернет, включая удаленный доступ и обновления и дополнительные возможности пользователям. Вот это тоже называется услугой в электронной форме. И есть одна только неприятность. Статья написана недостаточно однозначно. Введено определение электронных услуг в целом для главы НДС. Во всех остальных пунктах этой статьи написано, что иностранцы регистрируются и уплачивают НДС таким-то, таким-то образом. Но в этой статье не написано, что российские не платят НДС. В итоге есть некоторое противоречие между 149 статьей, которая дает льготы на продажу софта, и статьей 174.2, которая говорит, что услуги в электронной форме облагаются НДС. Поэтому вопрос на сегодняшний день неоднозначный. Мы с коллегами его мониторим и будем ожидать какого-либо разъяснения. Оно, скорее всего, получится от Федеральной налоговой службы. Мы его должны будем получить. Но то, что мы не ожидаем введения НДС на российский софт, мы на это надеемся и понимаем, что вероятность достаточно маленькая. Но все может случиться. Когда денег в бюджете становится мало, толкование может резко поменяться. И вопрос толкования – это не гарантия. Поэтому мы держим руку на пульсе. Однозначно определено в законе, что не является электронной услугой поставка товаров. Хоть даже и заказ был сделан через интернет, но поставка товаров, работ, услуг производится не в интернете. И второй вариант – это продажа программ и баз данных на материальных носителях. Но по ним, в принципе, льготы не бывает. Ну вот, что я хотел сказать вам про НДС на налог на Google. Следующий вопрос – это электронный документ. Мы не один раз на наших с вами встречах, ну, каждый раз говорим о том, что нам хочется перейти на электронный документооборот, мы хотели бы уменьшить бумажную волокиту, но наше законодательство нам с вами не позволяло развернуться по той простой причине, что документ электронный для обмена товарами, для услуг и для работ существовал, а документы, по которому можно было бы передавать права,
не существовал. Ну, вернее так, мы могли бы обмениваться сканами какими-то, еще некоторыми формами, но для налоговиков они не читабельны. Они читают только XML-ный формат, и пока они не утвердят свой XML-ный формат, мы тут бессильны. Так вот, случилась наконец-таки великолепная вещь. Федеральная налоговая служба утвердила формат такого документа, по которому можно передавать лицензии. То, чем мы с вами, собственно, при обмене документами занимаемся. Мы оформляем документы на лицензии. У нас этот документ теперь появляется в учетных бухгалтерских системах. В 1С его буквально недавно ввели. В некоторых других платформах его добавляют сейчас. И это нам с вами дает возможность что сделать? Дает возможность обмениваться между собой в электронном виде целиком и полностью без утраты легитимности. Во-первых, легитимность, а во-вторых, по налоговым проверкам вы можете именно этот XML-ный файл отправлять в налоговую инспекцию при запросе документов о проверке. То есть не нужно распечатывать, копия верна, подпись печати, нести грузовиками документы в налоговую. И достаточно отправить его в XML-ном формате в налоговую инспекцию. Это будет полностью легитимный документ. И обмен этим документом. Если мы обмениваемся таким документом без счета фактуры, ну, например, на льготный софт, то, что НДС не облагается, счета фактуры выставлять не нужно. Значит, будет только один этот электронный документ, и его вы можете пересылать друг другу напрямую, минуя оператора электронного документа оборота из своей системы в систему вашего контрагента. Если же все-таки эта работа или услуга облагается НДС, то вам нужно выставить счет-фактуру с НДСом, а значит, тогда нужно этот документ отправить через оператора, а не напрямую. Вот то, что по электронному документу я хотел сказать. Двигаемся дальше. Неприятности и приятности на одном слайде все вместе. Сначала о приятностях. Это то, что у нас с вами повышен порог уголовной ответственности. Это всегда приятно. Крупный размер до 15 миллионов рублей поднят. Если это 5 миллионов рублей за 3 года, если это больше 25% от недоплаченных вами, от уплаченных вами налогов. Если занижение было больше, чем 25%, то тогда за 3 года накапливают подсчет 5 миллионов. Если эта сумма для вас не больше 25%, то тогда 15. Ну и особо крупный размер подняли до 45 миллионов и 50% от неуплаченных налогов. В два раза, если мне не изменяет память, эти показатели подняли. По бухгалтерской отчетности и учету, к сожалению, бухгалтеры, я с ними постоянно общаюсь, они пожаловались мне, потому что, к сожалению, штрафы изменились. Для бухгалтерии штрафы поднялись. Если раньше было 2-3 тысячи рублей, то теперь 5-10 тысяч рублей. А если повторно, то это 10-20 тысяч рублей штраф за учет и отчетность. И еще одна неприятность. Появилось право дисквалифицировать должностное лицо, если оно оштрафовано повторно за нарушение бухгалтерской отчетности. Причем, несмотря на то, что мы с вами здесь почти все применяем упрощенку, вы наверняка знаете, что бухгалтерская отчетность сейчас сдается любыми компаниями, неважно, упрощенец вы или полное налогообложение. В этом случае вы имеете в виду, что у нас никаких поблажек нет. Бухгалтерскую отчетность мы здесь с вами сдаем. Я здесь присутствующим хочу сказать, что вот на кого накладывается этот штраф? Все думают, что этот штраф накладывается на бухгалтера. Совсем не так. Если директор не организует ведение бухучета, то есть не оформил приказ о возложении обязанностей бухгалтерии на того-то, того-то. Ну, например, нередко бывает у вас приходящий бухгалтер, который приходит, подписывает что-то там, но вы приказом никаким его его ответственность не устанавливали, и в этом случае должностным лицом, отвечающим за организацию ведения учета, является руководитель, а значит, все эти штрафы будут на руководителя.
Та же самая ситуация с воинским учетом. Если руководитель даже не знал, что нужен такой воинский учет, там военкоматы какие-то сведения передавать, то тогда оштрафуют именно его. Если же он знает это, то он тогда своим приказом возлагает эти обязанности на какое-то лицо, и тогда именно оно несет ответственность по Кодексу об административных правонарушениях. И по статистической отчетности. Малые предприятия, как правило, мало статистических отчетов сдают, некоторые по выборке, некоторые вообще никакую не сдают. Проверить, должны ли вы что-то сдавать, вы можете вот на этом сайте, который открыл Госкомстат, вы вводите туда свой статистический код ОКПО и по нему получаете список всех статотчетов, которые вы должны сдавать в статистику. Если вы там себя находите и знаете, что вы туда не сдавали отчеты, то у нас, к сожалению, с 15 января этого года штраф поднялся до 150 тысяч рублей. Имейте в виду, эта штучка неприятная. Причем штраф будет на должностное лицо, а должностное лицо – это тот самый руководитель, который приказом не возложил ни на какого своего бухгалтера ответственность за сдачу статотчетов. Если же это возложили на бухгалтера приказом, тогда все в порядке. Ну вот о неприятном, о штрафах мы закончили. Угу. Двигаемся дальше. По страховым взносам. Ну, это детективная история на самом деле. У нас с вами по страховым взносам уже на сегодняшний день проект закона, который внизу цифры, номер написан, он уже в Совете Федерации. Это уже будет часть налогового кодекса. Страховые взносы становятся частью налоговой системы. Администрировать и проверять все будет со следующего года налоговая инспекция. Называться это будет по-прежнему страховые взносы. И ставки в этом кодексе прописаны на сегодняшний день, ну, с 2017 года вот таким образом. У нас с вами 30% для всех нельготных режимов остается. Для сколковцев как было, так и есть 14%. Для льготных видов упрощенок. В том числе наш с вами код деятельности, связанный с информационными технологиями. У нас до 2018 года 20%, а до 2019-2020 год 30% уже начинается ставка. То есть с 2019 года упрощенцы начнут платить обычные страховые взносы. Причем, заметьте, на слайде есть до 79 миллионов рублей. Вот здесь одно не успело за другим. Законопроект, которым подняли выручку до 120 миллионов упрощенцам, он пошел позже, чем законопроект, который вводил льготную ставку для упрощенцев. Вот эта льготная ставка действует, если вы выручку получили не больше 79 миллионов. IT-компании с аккредитацией в Минкомсвязи, по ним 14% на 2017 год, 21% на 2018 год, 28% на 2019 и 30% начиная с 2020 года. При всем при этом есть поручение президента утвердить 14% ставку бессрочно. Есть законопроект, в котором вводится 14% ставка для страховых взносов, но казус вот в чем. Вот эти ставки, которые я вам здесь вывел на экран, это ставки из новой главы налогового кодекса, глава 34. А проект правительства, который внесло об изменении страховых взносов, оно их внесло об изменении ставок, указанных в том старом отменяемом законе о страховых взносах. Понимаете? Я надеюсь, что до конца года мы успеем с этим разобраться, и у нас все-таки это изменение попадет в основной налоговый кодекс, в 34 главу. Что еще по страховым взносам я хотел отметить? У нас с вами ежемесячная отчетность в пенсионный фонд. Наверняка слышали, да? Бухгалтерия подавать должна списки всех работающих по трудовым и по договорам гражданско-правового характера. Так вот, недавно кейс из ситуации из жизненной. У компании много договоров подряда с физическими лицами, такие рамочные, знаете, договоры. Один договор на много лет, а к нему потом какие-то доп. Соглашения. Так вот, пенсионный фонд считает, что раз у вас договор действующий, то вы должны этого человека в список подавать каждый месяц, а не только в те месяцы, когда он у вас по какому-то доп. Соглашению что-то реально выполнял. Обратите на это внимание, если вы не подавали такую информацию, то это будет штрафная санкция. Ну и, наверное, со страховыми взносами все. Двигаемся дальше. Теперь немного о кадрах и труде. Что нас здесь
ждет и с чем мы уже работаем. Ну, МРОТ с 1 июля 7500, нам его подняли. По поводу сроков выплаты зарплаты. Законопроект теперь уже, который в Совете Федерации находится, нас обязывает выплачивать зарплату 2 раза в месяц. Это нынешний текст редакции Кодекса трудового. А начиная с ближайшего будущего, срок этот не должен быть дальше 15 календарных дней. То есть выплатить зарплату за прошлый месяц нужно будет не позднее 15 числа следующего месяца. Если у вас в компании 20-е, 25-е, то пересматривайте. Соответственно, 15 число не после того месяца, не в конце месяца 15 число отсчитывается, а от каждой половины месяца. То есть аванс за первую половину месяца по КЗОТу надо выплачивать не позднее 30 числа этого месяца. Дальше идем. У нас с вами компенсация за задержку зарплаты поднимается в 2 раза. Она была 1/300, теперь будет 1/150 ставки рефинансирования. Срок на обращение работника в суд по невыплате зарплаты подняли до 1 года. Если раньше он был 2 месяца, теперь будет год. И подавать иск он сможет по месту жительства, а не так, как сейчас, обязательно по месту работы. Ну и плюс законодатель предусмотрел новые штрафы за невыплату заработной платы в срок. Это было о зарплате. По трудовым документам для микропредприятий, если у вас в штате менее 15 человек, вы сможете воспользоваться приятными поблажками. Вы сможете не утверждать такие вещи, как правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда о премировании, графики сменности и другие локальные нормативные акты о труде. С 17-го, правда, года это вступит в силу, вы сможете не оформлять этого ничего и не будет считаться, что вы нарушили трудовое законодательство. И правительство должно будет утвердить типовую форму трудового договора, и вы сможете, в принципе, ею пользоваться и заключать договор в упрощенном порядке с работником. Вот это то, что по трудовым документам. Идем дальше. О профессионализме. С 1 июля у нас обязательные профессиональные стандарты действуют в Российской Федерации, но уже появляются некоторые вопросы, касающиеся обязательности их применения. И вот здесь на самом деле не все так просто. Профстандарты, они обязательны только в тех случаях, когда это либо прямо указано в законе для какой-то профессии, либо какими-то законами предусмотрены льготы, компенсации или ограничения для той или иной профессии. Например, госслужба или, например, различные льготные профессии, которые дают право выхода на пенсию досрочно. Вот только в этом случае профстандарт является обязательным. Мы с вами на прошлых встречах профстандарты разбирали, смотрели, что такое. Лично для себя их использовать интересно и полезно, потому что вы сможете ранжировать своих работников по уровню квалификации. Если для вас профстандарт был бы обязательным, то тогда с 2017 года вводится еще обязательная независимая оценка квалификации такого персонала. Это нужно будет делать в отдельных независимых центрах оценки и оплачивать эти услуги. Эту оплату можно будет включать в расходы компании. Ну, по профессионализму это, наверное, все. Давайте пойдем дальше. По поводу здоровья. Две темы, которые всегда айтишников интересовали и волновали, по поводу инструктажа и медосмотров. У нас давным-давно неоднозначно разбирают вопрос медицинских осмотров для тех, кто работает на компьютерах более половины рабочего времени. Так вот, было несколько писем Минздрава о том, что нужно в любом случае проводить медицинские осмотры и первичные, и потом периодические, но Роспотребнадзор в прошлом году выпустил такое письмо, оно лежало долгое время под сукном и вдруг стало недавно доступным. Медосмотры обязательны будут только тогда, когда на этом рабочем месте выявлены повышенные нормы каких-либо излучений и так далее. Если повышенных норм и превышений не выявлено, то проводить эти медосмотры не обязательно. Ни первичный, ни последующие. По инструктажу на рабочем месте есть общее правило, что те, кто работает с оборудованием, с техникой, должны проходить первичные и последующие инструктажи на рабочих местах. Появилось письмо Минтруда о том, что
работник, работающий с обычной оргтехникой или лаптопами, или пользовательскими компьютерами, не работает с техникой и с оборудованием в том смысле, который имелось завод или еще какое-то производственное предприятие. Это обычная техника, которая в доме используется. Поэтому не нужно проводить никакие инструктажи, ни первичные, ни последующие. И при этом единственная разница вот с медосмотрами. Вы должны приказом утвердить перечень тех работников, тех должностей, по которым вы не проводите инструктаж. Ну, вот это для здоровья. Идем дальше. Теперь немного о контроле и о регулировании. Что у нас с вами происходит сейчас? Расчетные новости я назвал, новости по расчетным счетам, битвы с полей. Во-первых, упрощается с 1 сентября возможность открытия счетов организациям и предпринимателям. Банки не будут требовать от вас: принесите с собой оригинал выписки из ЕГРЮЛа или оригинал свидетельства о постановке на налоговый учет, потому что эти сведения будут получаться ими по электронным каналам непосредственно из соответствующих ресурсов. И этого будет достаточно. Для открытия счета фирмы без личного присутствия директора тоже возникает такая опция. Если вы уже являетесь клиентом этого банка как физическое лицо, вас идентифицировал банк как это физическое лицо, и вы сможете удаленно открыть счет для своей компании, не приходя в банк. Такое тоже теперь разрешается. Из приятного, наверное, это все, потому что дальше у нас банки, налоговая получила право запрашивать выписки по счетам контрагентов. Если, например, проводили вашу проверку, то раньше налоговая имела право брать выписки по вашим счетам. Теперь налоговая будет иметь право брать у банков выписки по любым компаниям, например, с которыми вы взаимодействовали, с которыми вы контракты заключали и так далее. Даже брать выписки по их счетам смогут. А если компания была ликвидирована, то банк обязан будет банк обязан будет предоставить выписки все равно по ее счетам и по контрагентам. Это они хотят сделать так, хотят расширить базу для проверок. И еще у нас с вами появилась норма, которая с 1 июля вступила в силу, сегодня, блокировка счетов за следующие вещи. У нас теперь одна основная такая мера налоговиками принимается. Это чуть что, сразу блокировка счета. Чуть что, блокировка счета. Так вот, появилось еще дополнительно. Если вы обязаны по 80-й статье Налогового кодекса сдавать какие-либо декларации в электронном виде, то вы должны обеспечить получение документов по телекоммуникационным каналам связи. Налоговая в кодекс вписала вот что. Обеспечить — это не значит получить, когда вам пришлют, а обеспечить — это значит заключить договор с оператором, приобрести квалифицированный сертификат электронной подписи, и если вдруг подписант не директор, а лицо по доверенности, то вы обязаны до отправки документов в налоговую, вы обязаны передать оригинал на бумаге доверенности в саму налоговую инспекцию. Вот, выполнив все эти три вещи, считается, что вы обеспечили прием документов. Если вы этого не сделали, вам блокируют счет. Идем дальше. По поводу валюты. Ну, сложно, наверное, в стране с валютой, или наоборот, несложно, сложно с выводом валюты, поэтому планка 50 тысяч долларов, слышали наверняка, да? Для паспорта сделки нужна сумма 50 тысяч долларов. Меньше нее можно паспорт сделки не заводить. Планируется Центробанком эту сумму понизить в 2 раза, до 25 тысяч долларов. Обратите внимание, что это может коснуться и всех контрактов, в том числе и прошлых. Поэтому если вы по какому-то контракту наработали уже больше 25 тысяч, готовьтесь, пока это проект, еще это не принято, но держите руку на пульсе. Банки вводят контроль за случаями дробления сделок, когда вы, в принципе, тем же контрагентом под тем же соусом перечисляете те же деньги, но только каждый раз договор у вас на 24 тысячи или на 49 тысяч долларов. Собираются вводить паспорт сделки для займов, выдаваемых простыми физическими лицами. Впервые в истории паспорт сделки будет оформляться физлицом. И Федеральная налоговая служба с таможней признаются органами валютного контроля. Раньше они были агенты, назывались так, и они могли запрашивать некую информацию. Теперь они органы валютного контроля. Они сами штрафуют и так далее, и так далее. С этим мы закончили с валютой. Двигаемся дальше. Самое финальное. У нас с вами
Это уже закон, вступивший, ну, скажем так, вступивший в силу 23 июня 2016 года, про бенефициарных владельцев. Кто-нибудь знает, что это такое? Бенефициарные владельцы, знаете? Сталкивались, да, вижу. Бенефициарные владельцы – это те физические лица, которые прямо или косвенно владеют компанией, и доля их 25 и более процентов. И неважно, через какую цепочку других лиц, офшоров и так далее это происходит, это в любом случае будет бенефициарный владелец. Так вот, закон о легализации и отмывании пополнился новыми нормами. Первое. Компании обязаны ежегодно обновлять, документально фиксировать и хранить не менее 5 лет сведения о своих бенефициарах. Это обязанность каждого юридического лица. Что там? ФИО, гражданство, дата рождения, документ, удостоверяющий личность, адрес, ИНН. Вот эти данные нужно иметь в компании обо всех своих бенефициарных владельцах. Если ваш учредитель – это какое-то ООО, то вы обязаны отправить запрос ему, а оно обязано вам ответить. И вот так по цепочке до конечного физического лица. Все лица обязаны предоставить информацию, при этом в законе прямо написано, что передача этой информации не считается нарушением закона о персданных. То есть передача всех этих сведений не является нарушением закона о персданных. Ну и в отчетности и по запросам налоговых нужно будет в обязательном порядке раскрывать этих бенефициарных владельцев. Еще будет некий уполномоченный орган, который правительство назовет, он тоже сможет запрашивать эти данные. За нарушение на компанию 100-500 тысяч рублей, а на должностное лицо, ну то есть, как правило, на директора, это 30-40 тысяч рублей. И эта норма у нас с вами, закон вступил в силу, но эта норма начинает применяться через 180 дней, то есть с 21 декабря 2016 года. Мне эта дата напомнила 21 декабря 2012 года, да, когда календарь мая накрылся. Вот у нас вот у многих моих знакомых уже есть вопросы, а что же делать дальше? То есть раскрываем бенефициаров, во всяком случае, так требует законодательство. Ну и вот на этом у меня к вам все. А, простите, забыл. У нас с вами реестры и классификаторы. Я много раз уже вам о них говорил. Наконец-таки с 2017 года они будут единственными действовать по АКВЭДам и по видам деятельности. Но налоговая уже с 11 июля этого года все новые компании будет регистрировать только с новыми кодами АКВЭД. Обратите на это внимание. Те, кто уже работает, тем налоговая сама поменяет в вашем ЕГРЮЛе ваши коды. Обратите внимание, коды поменялись, и что будет относиться к деятельности по информационным технологиям, это вопрос нетривиальный. На сегодня нет на него ответа, потому что из всех кодов, которые мы раньше знали, туда попал только один. И в этом есть проблема. Обсудим это, если у вас будут вопросы, мы с вами это обсудим на митинг-поинте в 16:30. Да, спасибо большое, Константин. Давайте поаплодируем Константину.